Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Сейчас Лисан Утяшева рассказывает о своей прошлой жизни без сожаления. Телеведущая признается, что раньше она не могла похвастаться здоровой психикой и опрятным внешним видом. Однако теперь мать двоих детей пересмотрела свои жизненные ценности и начала любить себя. Красивая, успешная и невероятно счастливая. Такое впечатление оставляет Лисан Утяшева после каждой встречи с незнакомыми людьми. Но мало кто знает, что бывшей гимнастке пришлось пережить до того, как она похудела на несколько десятков килограммов. Выяснилось, что из-за серьезных проблем в 19 лет Лисан превратилась в пышку. В большом спорте никогда не обходится без тяжелых травм. Вот и Утяшевой пришлось испытывать на себе трудности восстановления после многочисленных падений и болезненных ушибов. Этот период в жизни телеведущей действительно можно считать черной полосой. Тогда молодая спортсменка закрылась в себе и начала днями и ночами смотреть душераздирающие мелодрамы. Лисан даже не задумывалась о правильном питании и за один раз могла съесть тарелку гренок и десяток пельменей с майонезом. Утяшева только сейчас поняла, что была настоящим пищевым наркоманом. «Все, что до этого было нельзя, я ела. Ты прилипаешь к одному виду вредности и уже не можешь себе отказать. Но это не твое тело просит, это голова не может себе запретить», — заявил гимнастка. В 19 лет Лисан не принимала свою внешность и периодически страдала бессонницей. Спустя несколько месяцев спортсменка осознала ошибки и занялась своим здоровьем. Утяшева уверена, что серьезная травма произошла в ее жизни не просто так. Телеведущей нужно было время, чтобы обрести гармонию и начать следить за своим питанием. Сейчас Лисан – настоящий пример для многих девушек, мечтающих похудеть. В личном блоге Instagram бывшая гимнастка делится секретами правильного похудения и мотивирует женщин становиться лучше. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!